4 сентября 2018 года в детской школе искусства имени Анны Семеновны Голубкиной состоялся вечер памяти Светланы Пименовой, безвременно ушедшей молодой женщины, талантливого художника и преподавателя детской школы искусств. В зале художественного отделения школы, которой Светлана посвятила большую часть своей жизни, собрались близкие, друзья, поклонники таланта, ученики и коллеги. Собрались, чтобы рассказать о ней как об удивительном, талантливом и очень скромном человеке. Светлана Владимировна – романтик с тонко чувствующей душой. Об этом вспоминали все присутствующие. Человек оставил о себе замечательную, добрую память. И эта память в наших сердцах хранится будет очень долго. С людьми талантливыми всегда очень тяжело прощаться. В моей жизни случилось уже 3 таких расставания с художниками. Это Лариса Степановна Филиппова, Борис Викторович Дергачев и Светлана Пименова. Со Светланой расставаться тяжело, хотя бы потому, что вместе мы росли на Спасской стороне. Мы дружили, дружили наши мамы. Мы общались, потом стали коллегами по работе. Но она как раз тот человек, который не исчезает. Человек, который на земле останется навсегда. Помните, у Макаревича есть песня «Костер» про одного необычного героя, который взял и спалил все сразу, не растягивал жизнь по капле, не растрачивал ее, а наоборот, своим огромным костром согрел всех, кто рядом. Да, вот горит всего лишь 1 час. Но в этот час всем стало светлей, всем стало лучше, всем стало теплее. Она отдавала себя детям, ну, приходила вечером измученная, что ей было не до искусства. И поэтому, наверное, крупным художником она так и не стала. Это одна из причин. Вторая причина, она, в общем-то, ну, имела низкую самооценку. Она считала себя недостаточно одаренной. И поэтому, когда вот я ее подталкивал на крупные выставки, она говорит, да нет, что ты, разве я могу с ними сравниться? А она была на голову выше некоторых многих художников маститых. Она собиралась подарить школе свою серию апортов «Музыка». Я, получается, теперь распорядитель ее воли, и я дарю эти апорты школе. Последний апорт, она его не успела ни разу показать. Называется «Квартет Моцарта». Это вот последний апорт по теме музыки. Вот примите его, пожалуйста. Господи!
же ты каждому, чего у него нет? Умному дай голову, трусливому дай коня, счастливому дай денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластоваться в сласть. Дай передышку щедрому, бескрайняя слава благодарности. Я не могу сейчас сказать все то, что вот у меня есть внутри к этому человеку. Спасибо всем тем, кто был с ней, потому что очень много этот человек действительно сделал для окружающих. Для меня лично это вообще очень душевный был человек, очень целеустремленный. Для меня она идеал и будет им. Пронзительные ноты грусти прозвучали на вечере музыкальные произведения, поражающие откровением стихи. Главное, что оставляет после своего ухода из этой жизни человек – добрые дела и поступки. А Светлана Владимировна оставила после себя и благодарных учеников, а еще и замечательные картины, которые будут жить вечно. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.